сейчас. Не-не-не, погоди, еще это не всех суманули. Хотя бы хилов-то всех суманем. Давай, как раз трэш почистим. Там еще меня три суманить. Тела зайдут, которые найти. Мне нужно только три человека. Таковат, Монород и Йена. Все, больше мне 30. Все остальные мне не критичны. Остальные могут ливать? Ну, Коват, Монород и Йена. Типа остальные мне там не сильно критичны. Зайдут, не зайдут. Ну, Элен тоже нужен. Либо Шторм аспект. Ну я же говорю, мне не критично, я могу успех, грубо говоря, поставить другого. Эх, так, ладно. Все тут уже нет. Вот еще теперь первые пять групп тут. Все, поехали, трешак. Мы сегодня через товары или мы потом еще пойдем за зачетом? По максимуму. Не так, 3 дня отдыхали. Протова разбрила. Я не хотел его, честно. Что-то он быстро лопнул. Ребята, в такие же скиллы, как в обычке. Да. Там даже щит не помог. Ну стало тихо. Еще шквал. Пинг у вас не поменялся, можно? Скачет пинг. На каждый спелл задержка. Честно говоря, с таким пингом играть вообще, но... Отсюда. Сделайте сейчас трассировку и закиньте. Какую трассировку? Смотри, то все так. Блядь, ты там один пишешь.
Понимаешь, Модерн Трейдинг, там, мол, блядь, если все понапишут туда, то у них, блядь, ебучие бирки, такая же хуйня. Да, блядь, это, то тогда только решат проблему. Как все будут сидеть и игнорить, блядь, ясен хуй, никто даже, блядь, пальцем не двинет, и дальше будете сидеть. Не понимаю, в чем сложность всех, блядь, зайти и написать, блядь, на форум. О, Навальный такую же тему толкает постоянно. Ну, нам, блядь, в Беларуси сделали, Навальный. У нас такая же хуйня. У нас в Беларуси такая же херня была, типа, нам эту всю хуйню сделали. А вы сидите, терпите этот ебучий пив, дальше играете, ну, перейдите. Нам уже, блять, проблеме месяц до сих пор не можете разобраться с какой-нибудь. Можно каску по магам? Ну че вы ролите-то, бросьте бяку. А это не контент? Вага на лут наебываешь. И на ЕП наебываю, и на лут наебываю, так же. Опять наебывает. А, тебе кулачок надо, ты так сразу и сказал. А дальше не... танк все будет. Не наебешь, ты проживешь, да? Вот твой Галаран твоя. Кило, ты что, даже наручи эти не носишь? Пока нет. Тогда у нас два медика было. Да. Тогда только мы с Коником были. Я могу уступить РНДшке снова. Ну что делаем? Сидим, ждем. Летим, усилки меняем пока что. Сколько выносливости? Блять, ты 150. Еще раз покажешь, будешь. 150 кидали.
меня как стояло, так и не менял. Кирсон в Дискорде написал, у меня 2000 задержка. Лёх, мне можно будет усилки не это не кидать выносливость с сопротом и с чаркой на наруч? Закинь все равно сотку хотя бы. Хорошо, давай. Я отойду на пару минут, пока ждем. Надо будет взять тоже.
Знали, кто это?
Отвечает уже второй день вообще. Кир, ВКонтакте, пиши. Ждем Монорота, тогда идем так. Народ залезет.
там была я, Моша и Коля Паул. Мы с Полиной. Не-не-не, первая сторона форма. На рейтинге Моша, Элби, по-моему, второй рестор. Последний написал, что он там выглядит. Лёха, видос пока не будем выкладывать, да, Савар? Нет, на форуме. Ну, то, что там есть, на этом А зачем его куда-то выкладывать? Просто никто не выкладывал, можно выложить первым. Зачем? Так, пусть они будут потом выкладывать свои. Тут что с учетом народа, как забиваем его? Что это? Эмблема? Ну, я предлагаю слобу. А Войду я бы посоветовал на ДКшку пойти. Потому что варом его будет ложить быстро. И деф по рибу
Есть у кого почта? Ставить? Поставил. Вон стоит все. Поманите, пожалуйста. Шторма. Сейчас, подожди. Монартон здесь зашел, нет?